перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Больше и больше клубов приезжает. Клуб Rich Girls подъехал. У них тоже сегодня открытая тренировочка, мастер-класс. Кто сидит лениво, вставайте, разминайтесь, потому что у вас есть возможность выйти в клетку гексагон. Да, да, можно будет с ребятами Rich Girls. Буквально мы через 15 вот здесь. А я напоминаю нашим розыгрышам, что мы только что разыграли кепочку. Еще будут у нас подарки, это чехлы, билеты на турнир WWC-11. Сертификатики тоже от регата Rich Girls. Мы будем разыгрывать абонементы специально под лигу WWC. Они сделали сертификатики, спасибо большое. Разыграем среди наших участников. А у нас продолжается тренировка. Я так понимаю, полноценная тренировка у нас сегодня проходит. Один тренер, два ученика. Я думаю, хорошо работать стройно, потому что каждый из спортсменов следит за тем, как, что делает коллега, так сказать, по цеху, какие ошибки, возможно, допускает и старается потом их исправить. Очень сильно бегают по клетке сейчас Александр Ермак и его тренер из клуба All Stars Boxing. Да. У нас продолжает работать, я бы сказал, зона массажа. Это уникальная возможность для всех узнать, какие у вас там проблемы, что нужно сделать. Вот сейчас, я не знаю, кто спортсмен или не спортсмен, администратор. Наш администратор, да, пошел делать себе массаж. Это хорошо. Вот, пошла работа, пошел спайк. Уже без тренера, уже ребята работают в парах. Вице-президент Международной лиги WWC Денис Перч у нас сегодня на мероприятии. Он очень бдительно наблюдает за происходящим в гексагоне. И я хочу сказать, я думаю, вы знаете, что Денис имеет огромный опыт в боксе, как в качестве спортсмена, в качестве тренера. И мы с огромным удовольствием его после спарринга попросим прокомментировать уровень бойцов, которые кто-то из них много занимается, кто-то нет. Что, чему научились, какой у них потенциал. Я уверен, что вы сможете дать хорошую оценку ребятам и, возможно, какой-то совет на впутствие последующих поединках. А у нас еще один победитель, Онищенко Александр, который выигрывает два билета на турнир WWFC-11. Александр, подходите к стойке, если вас нет, мы вам звоним и подходите, конечно же, к нам. Вот оно. После хорошей тренировки, после хороших спаррингов, бонусом скакалочка. Да.
чтобы не расслаблялись. Лично мне очень непривычно видеть Ермака в роли боксера. Больше привык к выступлениям, к клипам, к музыке. Но теперь новая эра, новое время. Как я говорил, возможно, через какое-то время и у себя, и у нас в гексагоне на турнирах WWE. Все может быть, мы, возможно, увидим Александра. Но всех вас, конечно же, приглашаем поддержать украинских бойцов на 11-м турнире Всемирной лиги WWE. Турнир состоится 16 июня в Киевском дворце спорта. Будет 3 титульных поединка, в которых наши украинские спортсмены Светлана Коцик, Сергей Грузин и Роман Долидзе будут драться за титульные, за чемпионские пояса, за титулы чемпионов WWFC. Несколько минут отдохнули и поехали дальше. Как раз музыка в тему. Аплодисменты. Спасибо. Денис, прокомментируй, вот вы очень, я смотрел, ты очень так внимательно наблюдали за тем, что происходит, за Александром, за работой с тренером. Как вы можете оценить уровень человека, который раньше не особо занимался боксом, который впервые будет выступать новатором? Ну, прежде всего, я хочу высказать огромное уважение тренеру Александру, потому что реально я посмотрел, как двигается Александр, что он делает. Это большая заслуга. Я уверен, что Александр способный. У нас месяц был. Я уверен, что Александр способный спортсмен, но очень четко по всем правилам боксерских тренировок. То есть он на данный момент обладает уже таким арсеналом навыков, что он сейчас говорит месяц, реально я не верю. Не, ну, по-доброму не верю, я угорд. То есть мне очень понравилось, и реально это не просто какие-то
единичные 1-2 элемента. И защита в порядке, и передвижение, легкость, серийная работа. Я в восторге от того, в какой форме находится Саша. Спасибо. Буду лично я буду присутствовать 9 числа, приду поддержать Сашу. Хочу пожелать тебе, чтобы поединок сложился таким образом, как ты себе его запланируешь. Дам тебе два совета. Не опускай руки и не застраивайся после удара. Вот ты твое самое частое слышишь. Очень полезные советы. Александр запомнит. И, давайте, вам тоже хочется задать пару вопросов. Спасибо большое, Денис Меч, вице-президент Всемирной лиги по смешанным боевым искусствам WWFC. Наверное, к вам теперь обращаться можно как Александр Ермак. Он уже Ермак не подходит, потому что спортсмен или все равно. Говорите, месяц тренируетесь? Ну, я до этого... Нельзя сказать, занимался боксом, я полгода назад начал ходить на тренировки, но мои навыки до этого были на уровне вообще уличных матов каких-то. И я постоянно видел какие-то оправдания не прийти на тренировку. Потому я захотел как бы набрать форму, выглядеть хорошо. Раньше у меня было пузо, сейчас у меня проявляются уже кубики, потому что я целый месяц два раза в день ходил на тяжелые полторачасовые тренировки. Помимо этого, снимали клипы, выпускали коллекции одежды. Вот сегодня я ночь не спал, мы с группой Green Grey буквально через две недели выпускаем очень крутой клип. Мы всю ночь монтировали клип, но тренировки не ждут, бокс не прощает, потому я не спал, что приехал сюда, позанимался. Ну и сейчас поеду спать отдыхать, а завтра на концерт в Харьков. Хорошо, доспитесь сегодня. И вот много людей боятся пойти в зал, боятся пойти заниматься. Есть вот это вот внутреннее, я не пойду, потому что там кто-то умеет уже больше, чем я. Я не пойду, потому что мне стыдно. Было такое вот, какой-то барьер перед собой, как его попороли? Да, ну просто нужно выходить и делать, вот как сейчас, да, тут есть куча ребят, которые действительно спортсмены, боксеры, которые лучше меня боксируют, но они когда-то тоже так же выглядели, как и я, как новичок. Все вначале, знаете, я говорю всегда, нельзя взять мяч и стать Месси, вот, так и в боксе, нельзя одеть перчатки и стать Ломаченко.